О каких людях сейчас шла речь? Речь шла о людях с такими же характеристиками, как в контрольной группе, но проживающими в Исландии. Не в тех странах, о которых мы говорили, когда речь шла о контрольной группе, а именно в Исландии. Потому что проживание в Исландии как раз и сдвигает баланс в пользу P1 при прочих равных характеристиках, что очень важно. А прочие равные характеристики – это и есть характеристики контрольной группы. Сильнее всего баланс в пользу P0 сдвигает предиктор domicile 4, то есть проживание в сельском населенном пункте. Мы видим, что если мы складываем константу и b для domicile 4, получаем большую сравнительно отрицательную величину, то есть баланс сдвигается в пользу p0. Если мы берем экспоненту, получаем 1/10, что существенно достаточно далеко от единицы. То есть, опять же, люди с такими же характеристиками, как в контрольной группе, но при этом проживающие не в domicile 2 и не domicile 5, а именно domicile 4, вот они имеют очень низкую вероятность участия в профсоюзе и очень высокую вероятность неучастия. Но мы не должны забывать о важном вопросе. Можем ли мы все предикторы интерпретировать при прочих равных, то есть при неизменности остальных предикторов? Этот вопрос требует оценки мультиколлинеарности предикторов. Мы оценили линейную мультиколлинеарность и выяснили, что есть две пары предикторов, которые между собой коррелируют. Во-первых, это фиктивные перемены, две фиктивных переменных. Они между собой имеют сильную отрицательную линейную связь. А также два предиктора, которые имеют между собой сильную положительную связь. Есть два предиктора, они не эффективные переменные, они обычные, что сложнее. Вот две эффективные переменные, которые между собой коррелируют линейно отрицательно. И это, в принципе, не создает больших трудностей для интерпретации, поскольку мы знаем, что если у человека есть единичное значение по этому предиктору, то у него нулевое значение по этому. И наоборот. Ну, поэтому связь, собственно говоря, и отрицательная. А вот с этими двумя предикторами сложнее. Содержательно это возможно для человека самостоятельно распоряжаться своим рабочим временем и принимать стратегические